Когда из кранов снова потечет горячая вода? Этим вопросом задается сегодня едва ли не треть города. На подъездах в 67-м доме по улице Абая вот такие объявления появились буквально 2 недели назад. Меж тем сроки тепловые сети здесь переносят с самого начала лета. По срокам у нас сроки эти вот только вот сейчас вот висит у нас. Первый раз повесили, оповестили. А то вообще просто так. Идет опрессовка, ремонтные работы. Переносится на 2 недели. Снова звонит, 2 недели проходит. Идут ремонтные работы. И больше ничего. Где ремонтные работы? Покажите нам. Это, кстати, больше всего возмущает петропавловцев. Воды горячей нет, а по какой причине – неизвестно. Ремонт, о котором говорят в тепловых сетях, местные жители не наблюдают. Спрашиваем, в чем причина. Сказали, авария, улица Таксанби, Абая. Неправда. Сказали, прорвало трубы там. Но у нас, говорю, не парит. Мы ходим с соседями каждый вечер, смотрим. Воды нет, люди в шоке, скоро детям в школу. И вообще условия, конечно, 3 месяца без воды, все лето прожить тяжело. Горячую воду жителям дома по Абая 67 этим летом дали только на 2 недели в июле. Аккурат для того, чтобы провести промывку и опрессовку труб.